вошли в положение. Наташа Королева сможет проститься с собственной бабушкой. СБУ Украины разрешил певице временный въезд в страну из-за сложившейся ситуации. Напомню, артистка была в так называемом черном списке СБУ с октября прошлого года. Ей запретили въезд в страну на 5 лет. Королева пыталась оспорить это решение через суд. Первое заседание состоится только 16 марта, но сегодня на 95-м году жизни не стала бабушки Королевой Сони. И певица в своем инстаграме написала пост, в котором и сообщила, что не может поехать на похороны из-за запрета СБУ. К слову, поклонники певицы активно ее поддержали. Пост с фотографией бабушки и внучки в обнимку набрал больше 8000 лайков всего за пару часов. Кто еще, кроме Наташи Королевой, оказался в известном черном списке СБУ, расскажем прямо сейчас.